Губернатор Евгений Куйвышев признал ошибки мусорной реформы и потребовал их исправить. В первую очередь пересчитать выставленные населению платежки. Виноваты, по его словам, оказались мэры городов. Первые два месяца выявили ряд проблем, говорящих о недостаточном взаимодействии глав и рекоператоров. Из-за неточных баз данных люди стали получать завышенные платежи. «Мы должны принять все меры, чтобы избежать этого», – заявил глава региона. Свердловские депутаты также подключились к вопросам, связанным с реализацией в регионе новелл областного и федерального законов об отходах производства и потребления, передают корреспондент накануне.ру. Для этого в законодательном собрании создана специальная рабочая группа. По сообщению официального портала регионального парламента, рабочая группа проведет масштабный мониторинг реализации новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Сбор информации будет осуществляться во всех муниципалитетах, в том числе и в нашем городском округе. Первое, на что граждане обращают внимание, это, конечно, недовольство тарифом. Все понимают, что мусорная реформа нужна, но не с такими завышенными тарифами, не с таким началом. Собрание жителей города и предпринимателей прошло в четверг в здании городской администрации. Зал заседаний был заполнен до отказа, но волна возмущения стихла довольно быстро, потому как некому оказалось высказать свои мысли и предложения. Приглашенные по неизвестной причине на собрание не приехали. Плановый приезд представителей жилстроинспекции и регионального оператора ожидается 11 марта.